Всем доброго времени суток. Привет, мои подписчики. И просто кто нарвался на мое очередное бредовое видео. Зима кончилась. Борьба со снегом на дорогах временно прекращена до следующей зимы. Но борьба не прекращается. Вот сейчас я еду с дачи по моей самой любимой улице 10 лет октября. Вот сейчас мы проезжаем виадук. Качество дороги на виадуке, конечно, оставляет желать лучшего. Но да бог с ним. Не об этом хочется завести речь. Вот сейчас мы видим знаменитый на весь город Омск радиозавод имени Попова. Достаточно крупное предприятие, не пережившее все разрухи, все прекрасно работающее. Что мы сейчас видим? По десятилетию вдоль завода Попова нужно ехать как по минному полю. На дороге одни колодцы. Но это все не беда. Кто каждый день здесь ездит, к этому уже привык. Хочется очень поговорить о той улице, по которой мы сейчас будем ехать после светофора. Называется она 25-я линия. Будем направляться в сторону улицы Омская. Очень символично. Город Омск и улица Омская. Ее сделали, конечно, как могли. Ну, вот против того, что было, это очень хорошо. Но вот улица 25-я линия, это какой-то пиздец. Это вот едешь, блядь, по этой улице и вспоминаешь всех богов. И мэра, и всех на свете. Ёб твою мать, блядь. Здесь завод Попова. У вас, дорогие руководители предприятия, здесь находятся грузовые ворота из предприятия. А дорога здесь, мама, не горюй. Так вот, когда приезжал наш дорогой, блядь, премьер-министр, почему вот его по вот этой жопе, блядь, не прокатили? Они вместо того, чтобы мыть дороги, пыль в глаза пускать. Вот, 25-я линия. Здесь днем большой поток машин. И фуры, и, блядь, всем, кому не лень, здесь едут. Вот она, проходная еще вторая у завода Попова. А дороги нету. Если здесь прошел дождь, здесь страшно ехать, потому что можно угодить в такую яму, что выехать уже без колес из нее. Так вот, интересно, вот я живу здесь уже очень долгое время. Здесь дорогу никто никогда не делал. Здесь такая жопа, кто здесь живет, тот знает, что 25-я линия — это пиздец. Вот сейчас проехали на повороте, положили 1,5 на 1,5 кусок асфальта. Все, там какой-то колодец сделали. Зашибись. Так что привет очередной раз мэру, руководству радиозавода Попова. Кто-нибудь, блядь, помогите уже, сделайте, пожалуйста, дорогу. За что мы платим налоги? Всем спасибо за внимание. Строго не надо писать злые комментарии. Все, я борюсь только ради жителей, чтобы хоть кто-то услышал, хоть кто-то что-то сделал. Всем спасибо.